Я очень ждала этого момента прийти в этот ресторан, он называется Ocean Basket. И здесь есть морепродукты абсолютно разных видов и типов. Мы взяли такую тарелку на двоих. Цены здесь, конечно, не дешевые. Она стоит 31 евро. Это блюдо на двоих. И здесь мы с вами видим разные морепродукты. И креветки. Это, здесь рыба. Креветки. Есть кальмары. И есть мидии, если я не ошибаюсь в названиях. Вот. Я кушаю в этом ресторане второй раз. Первый раз 3 года назад. Очень-очень мне понравилось. Сейчас мы с вами посмотрим. Ну, в принципе, все очень вкусно, очень интересно. И вот я приблизила, чтобы вы смотрели, какие крупные креветки. Вот практически длиной с ладонь мою. Очень здорово. Вы ждали нам разные соусы. Самое классное пить на порт. В городе Айя-Напа. Точно такой же ресторан есть в Ларнаке на побережье. Мы думали там покушать, но в результате все-таки остановились здесь. Очень здорово. У них есть, кстати, меню на сайте, что вы можете сами посмотреть. Называется, еще раз вам покажу название, Ocean Basket. Вот, друзья, так что если будете на Кипре, обязательно заходите. Друзья, вкусно, очень-очень вкусно.